На линии действует контроль. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Сохраняйте ваш билет до конца поездки. Это я уже показывал. Экспозиция Мухина. Осторожно, двери открываются. Следующая остановка — улица Сергея Эзерштейна, ГУП «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям: водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40, 8-495-950-40-40. Штейна.